Всех приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас Rally Sport Challenge и чемпионат под названием Safari Classic. Погнали! Состоит он из 5 спецучастков. Нам уже доступны RS 200, S4. Короче, у нас все тачки уже доступны. Я даже не знаю, с чего начать. Давайте, у нас 6 чемпионатов осталось. Нам, в принципе, хватит. Давайте вот с Дельты начнем. Как и хотели, по очереди. Так, день солнечный, 48 песок, 22 бетон, 4 километра. Ну и финиш плюс-минус на том же уровне. Погнали. Ездим мы, кстати, тоже против автомобилей группы Б. Это у нас. Не-не-не-не-не-не. Вот сука. Переехал маленько. Поворот. А вот здесь мы уже выбежали маленько вперед. Меньше секунды у нас отрыв. Ну, как-то очень жестко. Неуправляемая гонка была. Меньше секунды отрыв у нас. 248, кстати, разогнались. Сафари, третий спецучасток, 80 песок, 20 бетон, 4,2 километра. Не, машина-то хорошая. Соперники тоже не промах. Получше чувствую, 4 секунды, блять, отставание. Ну это капец. Сейчас будет прямой участок длинный. Ну чё, а? Удастся нам? Правда, он с ямами какими-то. С бочками. 2 секунды уехало. 205-е. Офигеть, он жарил. Мы еще и на четвертое место откатились. Просто великолепно. Ладно, там еще будет асфальтовый участок небольшой. Что ты, блядь, будешь делать-то? Прям совсем как-то не выходит. Поехали. Полторы секунды. Первый. Главное хорошо войти в поворот этот. Немножко срезал. И финиш. Фу. Опять меньше секунды у нас отрыв. Шестой спецучасток. 48522 бетон, почти 4 километра вечером. Так, ну по асфальту мы едем. Вначале это хорошо. Не переусердствует. Да. Об этом разговор.
разогнались, блядь, мне страшно, сука. Что ж ты тормозишь-то, блядь? Я думаю, сейчас выпрыгну жопой как-нибудь машину, чтоб перед ком поехала. Мы в обратную сторону едем первого спецучастка. Давай, езжай, сука. На 5 секунд, блядь, отставание. С ума сойти. Ну это синий, блядь. 6 секунд у нас. Плохо, плохо. Но мы первыми едем в общем зачете. Так, 100% песок, 5 километров. Поехали. Главное, чтобы было побольше прямых участков. Там мы их нагоняем, перегоняем, а в поворотах что-то совсем все плохо. Очень опасно было. Ух, еле проехал. Меньше секунды отрыв. Вот так лучше будет. Срежем. Полторы секунды. Ой-ой-ой-ой. 4 секунды на смарку. Сейчас обгонит, да, второй. Опа, я первый опять стал. Фух, мне повезло. Но вот последний, конечно, вот этот вот поворот ужаснейший был. Просто ужасное прохождение. Так, 84 песок, 16 бетон, 5,6 километра. Сейчас опять повороты начнутся, блин. 2 секунды отставания. Когда ж прямик? Будет ли он вообще? Две секунды. При этом сейчас мы уже на втором месте. Очень как-то все странно. Да, вот это вот плохо. Так, пошел на асфальт поворот. Сейчас должны догнать. И за ним. Резанул. Сука, тупорылый, блядь.
Там еще примит будет, но уже такой с кочками. Через пару поворотов. Я не гарантирую, конечно, но можно попробовать там догнать. Хотя со стольким отставанием, блин, это очень маловероятно. Пошел прямик. 7 секунд, охереть. Я не отыграю такое отставание. Восемь секунд. Мы даже на прямике отсасываем. Посмотрим, что будет в общем зачете. Третий. А, нет, четвертый. 9 секунд. Еще меня, короче, обогнали. Ну и того первый. Ну и нормально, ладно. 4,5 секунды. Так, следующий у нас будет уже Ice Racing International. Это опять будет у нас ралли-кросс, только зимний. И поедем мы, скорее всего, уже его на Ford RS200. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте оставить комментарии. И увидимся в следующих видосах и стримах. Всем пока. We'll be right back.